Сейчас у нас уже наступило фенологическое лето. Это момент начала цветения белой акации. И момент устойчивого перехода температур через 15 градусов – это фенологическое лето. И эта ужасная мокрая весна, она привела к куче проблем, в том числе и с хвойными. Ну, мы только что говорили про такие проблемы с плодовым садом. У хвойных тоже такие проблемы. Условия те же самые. То есть раннее начало вегетации, мягкая зима, избыток осадков в мае и невозможность вовремя обработать растения привели к тому, что бурное развитие вредителей и болезней. Значит, одна из самых серьезных проблем, которые опять прорезались в этом году, никогда не было, и вот опять, это фузариоз. Его возбудителем являются почвенные грибы рода фузариум. Они проникают через травмы корней чаще всего. Чаще всего растение ловит фузариозы в питомнике. Проникают в корни и, размножаясь, блокируют сосуды. Раньше считалось, что фузариум механически блокирует сосуды и все. Сейчас выяснилось, что он еще выделяет токсины, отравляющие растения. Как это внешне проявляется? Понятное дело, что сосуды дерева мы внешне не видим. Но мы видим выпадение и увядание отдельных ветвей, кончиков, побегов, отдельные хвои. То есть вот где-то веточка раз засохла, где-то в другом месте раз засохла. Тот сосуд, который закупорил гриб, снабжал эту веточку. И все. И вот болячка развивается очень медленно. Ну вот так выглядит фузариоз на туе. Такое очень часто можно встретить там, где грунт плохо дренированный, тяжелый и постоянно вымокающий. Туи, которые растут в тумбах, они почти все больные фузариумом. Ну, видели бетонные тумбы такие. С плохим дренажом. И, конечно же, благоприятствуют его развитию загущенные посадки, плохое освещение и постоянная избыточная вода в прикорневой зоне. Значит, вот так выглядит срез веточки, в которой поселились грибы фузариум или вертицеллиум. То есть мы видим такие вот темные колечки. Собственно, это и есть закупоренные сосуды. Что можно сделать? Ну, сделать что-то на самом деле довольно сложно. Потому что, как правило, заражается фузариозом растение в питомнике, и оно уже больное. Во-первых, нужно попробовать как-то продезинфицировать грунт вокруг этого растения. То есть хорошей идеей вообще при посадке является полив какими-то фунгицидами противофузариозного направления. Это фундазол, это максим, это превикур. Вот мы сажаем дерево, мы его сразу полили фундазольчиком. Точно хуже не будет. Особенно если мы знаем, что он буйствует. Нужно избегать всячески вот уплотненных посадок, когда ком в ком сажается ради живой изгороди. Ну, после этого вся живая изгородь может выпасть. И нужно всячески укреплять иммунитет растения. Наружная обработка крон, сразу говорю, она малоэффективна. Введение фунгицидных препаратов в ствол, в принципе, вот у нас внизу висит объявление товарища, который это делает, можно с ним договориться. И протравливание, обеззараживание почвы и корневого клона. Совсем избавиться от фузариоза вы не сможете. Но вы сможете, если очень нужно и вам очень дорого это растение, вы сможете притормозить его развитие. Фузариозное растение, оно чем-то напоминает туберкулезного больного. Чтобы совсем выздороветь, не факт, что получится, но жить с этим можно долго. Где-то рядом с фузариозом стоят корневые гнили. Тут то же самое. Застойное вымокание, холодная, мокрая почва. Ни в коем случае не переохлаждать корневую систему горшечных растений. То есть, если мы слишком рано выставили растение в горшках, у нас пошли заморозки, дожди, оно вымокает и оно мерзнет, это не очень хорошо. Нужно обязательно позаботиться о том, чтобы влага уводилась из корневой системы.
То есть, если мы знаем, что у нас близко грунтовые воды, или тут вообще воды много, вот как сейчас, то при копке ямы имеет смысл сделать ее на штык лопаты глубже и дать этот штык лопаты дренажа. Обязательно добавить в почвосмесь песок, торф, перлит, что-то, чтобы ее облегчить и сделать все проще. Ну и то же самое, фунгициды, превикур, фундазол, максин. Можно использовать какие-то биопрепараты, которые исправляют почвосмесь. А вот какие? Байкал, эмбико, разнообразные фитоспорин и его аналоги. И стимуляторы корнеобразования. Вива, радифарм, гуматы хотя бы. Триходермин можно, но на ослабленном растении он сам может поселиться в сосудах и может тоже вызвать проблемы. То есть применять триходермин можно только по уже зажившим корням, не сразу после пересадки. Значит, следующая проблема, с которой, ну, ярко она опять вылезла этой весной, это шипте. Значит, это болезнь, это грибное осыпание. Прошу прощения. Это грибное осыпание хвои. Если мы присмотримся и увидим вот такую вот хвою с такими вот черными склероциями, это точки спороношения гриба. А если нет точки, то это не шутка? То это не шутка. И на самом деле это целый комплекс, не меньше чем из трех различных грибов, вызывающих три разных вида шута, которые развиваются преимущественно на разных хвойных и при немножко разной температуре. То есть, скажем, снежное шута, оно развивается рано весной, когда холодно, и там, где, например, были засыпаны снегом лапы елок. Но у нас чаще всего встречается обыкновенная шута. Это очень медленная инфекция. То есть вот растение заболело. Через год нам будут видны какие-то отдельные точки и отдельные осыпающиеся хвоинки. Через 2 года перезаразится все растение, и на 3-й год хвоя у него начнет сыпаться. Вот когда начинает сыпаться хвоя, начинают уже обычно кого-то звать. А что это у меня с елочкой? Но в этот момент уже поздно что-то делать. То есть нужно внимательно смотреть, нет ли такого на хвоинках, и начинать обрабатывать заранее. Наиболее уязвимы молодые растения. И нужно понимать и объяснять клиенту, если это ландшафтный клиент, что восстановление такого растения занимает столько же времени, сколько оно болело. То есть те же самые 2-3 года. Потому что хвоя растет долго, пока она сменится, оно будет такое вот облезлое и некрасивое. По поводу мер борьбы. Обязательно профилактические опрыскивания, особенно весной и поздно осенью. Обычно используют медсодержащие препараты, но лучше не купорус, а хлорокисленный. Системные обработки препаратами несколько сезонов подряд. Эффективно работают Скор, Луна Сенсейшн, Хорус, Медиан Экстра, Чемпион, ну и препараты из той же серии. Обязательная вещь – это удаление опавшей хвои. Если вы не уберете хвою из-под растения, оно будет перезаражаться дальше. И классический вариант в случае грибных болячек – это сдвинуть режим подкормок в сторону калия. Ну, для хвойных в принципе характерно то, что они любят фосфор и любят калий, и не очень любят азот. Поэтому сведение удобрений к летним и осенним – это будет хорошая идея. Так, следующий критичный момент – это ржавчина. Это жуткая проблема. Она очень тяжело выводится, еще тяжелее, чем шутте. Связано это с тем, что гриб, вызывающий ржавчину, это узкоспециализированный паразит растений с очень сложным циклом развития. Вот это, то, что похоже на плодовые тела гриба, оно называется телиоспоры. И с его помощью грибница, ну, собственно, перезаражает другие растения. На самом деле, тут вся веточка поражена уже грибницей и ржавчиной. Особенности этого гриба в том, что основным его хозяином являются хвойные, в первую очередь можжевельник. Есть отдельные ржавчины, конечно, по другим растениям, вот по елям отдельный вид ржавчины. И промежуточным его хозяином являются, если это можжевельниковая ржавчина, то это
может быть боярышник и семечковая плодовая культура, особенно груши. То есть сочетание груши и можжевельника – это настоящая катастрофа. На груше она летом проявляется вот так. Это ржавые пятна сверху, которые прорастают рогами снизу. Да, это ржавчина. И в тот момент, когда вы увидели бородавки, лечить ее уже бесполезно. То есть обрабатывать от ржавчины грушу нужно прямо сейчас. Вот именно сейчас она ее заражает. Когда у нас можжевельники проросли плодовыми телами, там телиоспоры, базидиоспоры, неважно, совершенно неважно, они как раз сейчас заразили грушу, и начинается размножение в листе летней стадии. При этом осенью, перед опадением листьев, происходит перезаражение новых хвойных. В хвойных грибница живет многолетно. То есть вот эти вот плодовые тела, характерные, вот, это проявление многолетней грибницы. Именно поэтому за один год от нее избавиться не удается. Ну вот она же. Уже это тяжелая форма, и растение собралось загибаться. То есть такие рыжие, хорошо выраженные, особенно после дождя, разбухшие, слизистые такие грибочки. На трутовик чем-то похожие, только маленькие. Это кончики стали просто светлыми, потому что ржавчина полностью перекрыла там все. Ну вот, оно же на картинке, если не очень понятно из фотографии. Значит, потом, ближе к лету, эти рога груши прорезаются вот такими вот ветвистыми штуками, которые лопаются и разбрасывают споры. В момент лопания спор уже бессмысленно обрабатывать грушу, уже нужно обрабатывать можжевельники. И в момент, когда ранней весной, имеет смысл обрабатывать и то, и другое. Хотя на груше ржавчины еще нет. Так. Значит, весной и грушу, и можжевельник обработать, да. А осенью, собственно, грушу бессмысленно. Можжевельник. Да. Значит, меры борьбы, ну я еще раз говорю, обработки должны быть своевременными. В тот момент, когда вы увидели рога, обрабатывать уже без толку. Это может быть медян экстра, чемпион, гард. Это ранней весной медсодержащие препараты, очень эффективны. И хорус, скор, флинт стар, тилт. Это май или август. Вот флинт стар и тилт очень хорошо действуют на ржавчине. Да. Ну, это специализированные препараты, которые работают по ржавчине. Флинтстар особенно. Осень имеется в виду в августе? Ну, перед сбросом листьев. Это может быть и начало сентября. Вот когда вы увидели, что у вас рога начали лопаться. Угу. Так я вообще не хочу их видеть, эти рога. Ну, чтобы не увидеть рога на груши, вы должны обработать в мае. Если вы их все-таки увидели, тогда обрабатывать надо в августе можжевельники. И ни в коем случае, ну вот опять же, если вы заводите сад, тут фигурирует ландшафтный дизайнер, ему стоит объяснить, что можжевельник вокруг плодовых, это красиво, но не нужно. Ну, уже посадили. Вот на смородине может ржавчина проявляться вот так. Да, тут это другой немножко цикл развития получается. Ну, снизу видны тоже такие пустулки рыженькие, такие вздутия небольшие. Вот это тоже телиоспоры. Это тот же грибок, да? Ну, это другой вид гриба из того же семейства. Часто очень поражают зерновые, ну, я думаю, что зерновые здесь никому не критичны. Так, и что я еще раз хотел бы подчеркнуть, это самое главное в борьбе с грибными болячками, это своевременность обработок. То есть обработка ранней весной не даст спорам порастеваться. Обработка в начале, когда пошли листья, не даст развиться зарождающимся грибным болячкам. Потом важно поймать тот момент, когда грибница начинает расселяться. И для каждого вида грибов это свое время. Но в целом, как правило, это ранняя весна,
1-2 обработки в мае и 1 осень. Да, 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 да. То есть, если вы видите, что условия благоприятные, что идут резкие перемены погоды, что сыро, что то холодно, то жарко, что очень часто способствует развитию грибных болезней, это все дает необходимость в повторных каких-то обработках. Ну да, я думаю, что опять же сейчас можно уже конкретнее поговорить про конкретные случаи, потому что что-то оно немножко сегодня скомкалось. Так, что у нас с временем сейчас? Какой-то я сегодня очень уж быстрый. Так, значит, что еще касается щуте, обязательно обращайте внимание вот на вот такие вот характерные черненькие склероции на иголках. Если вы на опавшей хвое их увидели, это не пятна гнили, это именно щуте начинается. И сразу же начинайте принимать меры. На опавшей или На дереве? Если на дереве начало засыхать, то уже все плохо. Оно их довольно быстро сбрасывает. Их чаще всего в самом начале видно под деревом. И более уязвимые к шуте деревья сразу из питомника. То есть вы же понимаете, что в питомнике или в садовом центре никому не нужно некрасивое больное растение, поэтому их там бешено подкармливают азотными удобрениями, так чтобы они росли по максимуму, чтобы они были пушистые, красивые, с длинной зеленой хвоей. И раз в 5-7 дней обрабатывают мощными инсектицидами и фунгицидами. И как только оно спрыгивает со стимуляторов, удобрений и попадает в более-менее естественную среду, у него сразу резко падает иммунитет, оно перестает быть таким красивым и начинает болеть. Это совершенно нормально, как бы, если вы приобретаете растение из питомника. То есть, как минимум, к этому нужно быть морально готовым. И постарайтесь рядом с хвойными не держать плодовку и не держать боярышники. То есть, если там посадки из питомника, ну, в основном же из питомника, угу. Є смысл ему якось по чуть-чуть так само кормить, як вони там кормлять, і по чуть-чуть може зменшувати? Можна попробувати, але владелец участка буде гарантовано возмущаться. Потому что в питомниках так обрабатывают, как никто на участках никогда не обрабатывает. Да, за такую копеечку? Ну да, в питомнике это просто входит в цену. Да, ну входит в цену растений. А тут кажется, что ну елка. И это закормить и обрабатывать? Не, попадаются, конечно, уникальные люди, которые хотят себе такое. Но большинство не хочет дышать химией, да. И не хочет по ней ходить, и не хочет ее есть. И я могу их в целом понять. А вот еще такой вопрос. Вот мы про персик говорили на первом занятии, про прикорм. Угу. А можно это потом все есть, если сделать только обработку? Ну, если тщательно соблюдать сроки ожидания, почему нет? Долгосрочные последствия, конечно же, никто не предскажет. Ну, что там будет через 10 лет? Ну, как бы, в принципе, это разрешенные препараты. Если сказано, что там месяц срок ожидания, то через месяц концентрация вещества упадет настолько, что его можно будет есть. Ну, парку за яблоко, яким беру з магазина. Да. Оно получило больше. Раз, потому что там тоже коммерческий вариант, и стоимость химзащиты в стоимости продукции очень невелика. То есть нет большой разницы потратить 2000 или 5000 на обработку гектара, а выход продукции будет совсем другой. Поэтому никто не пропустит ни плодожорку, ни тлю, ни какую-нибудь паршу, которая может снизить урожайность. Или сделать яблоки некондиции. Именно это главное обоснование того, что независимо от доходов имеет смысл самому себе выращивать овощи. Тут ты хотя бы знаешь, когда ты его брызгал, и что точно соблюдал сроки ожидания. Потому что совершенно не факт, что коммерческий товарищ, увидев, что пошла какая-нибудь плодовая гниль,
быстренько не обработают препаратом, срок ожидания которого 40 дней, а ему через 3 дня его продают. Можно еще раз уточнить? Да, конечно. Значит, при посадке флудозол есть смысл, а для лечения, сказали, что уже по кроне? По кроне бессмысленно. То есть фузариоз, он, допустим, бывает фузариоз газона. Это такие красные, ну, характерно так краснеют листья. Кстати, вот покраснение молодых побегов, это тоже один из признаков фузариоза косвенных. Веточка на срезе, краснеющие побеги, отдельно выпадающие ветки и грустное в целом растение. Это да. А если пролить? Пролить можно. Это может, ну, как минимум, тормознуть его развитие. И еще ключевой момент по фузариозу, я про него забыл упомянуть, это то, что фузариоз не очень хорошо развивается, когда прохладно. То есть потеплело, бурная вспышка фузариоза, после дождей, после вымокания особенно. То есть он начинает развиваться, когда условия в почве неблагоприятные, когда растению и так плохо, и оно не может с ним нормально бороться. Потеплело, пошло развитие, похолодало, он притих. Перестали новые ветки выпадать. Потом опять потеплело, опять начали ветки выпадать. Хроническая болезнь такая. И, конечно же, если у вас появился фузариоз, можно его потянуть, это дерево сколько-то. Можно даже 5-7 лет его потянуть. Но я бы морально готовился к тому, чтобы его заменять. Ну, внимательно смотреть надо. Может быть, там кто-то погрыз побег. Это видно. Может быть, там что-то произошло еще с этими веточками. Может быть, и фузариоз. Заочно тут никак не скажешь. Потому что на него, на фузариоз, инфекция, которую не очень заметна. На нее любят спихивать все непонятное. Потому что, как бы, вот поставили фузариоз. Никто его не понесет в лабораторию, просто выкинут растения, поменяют и все. Хотя его действительно много. Так. По кроне ничего не даст, он сидит внутри в сосудах. Не, я еще цены фузариоз. Ну, просто там припадки. Ну, да, у той же туи очень часто там попадаются вредители, которые живут внутри хвоинок. Что-то похожее на иглоедку. То есть такая маленькая гусеничка, которая прогрызает ход внутри побега. И побег после этого усыхает. И на нее вот сработают инсектициды. Но там четко видно, отламываешь этот вот, и там видно такой черный ход пустой.